Друзья, категорически вас приветствую. Это «Интересная Америка». В Калифорнии еще есть много мест, которые мы до конца не исследовали. В частности, Северная Калифорния. Там очень много шикарных мест. Одно из них, куда мы отправляемся, это самое, ну, одно из самых живописных мест в Северной Америке. Национальный парк Йосемити или Йосемитский национальный парк, кому как удобнее. Место действительно уникальное, поскольку там огромная нерасчлененная цельная территория с огромным колоссальным природным богатством, которое до сих пор еще сохранилось в таком диком виде. Значит, мы там были уже пару лет назад, были мимоходом, были так ноябрьским холодным днем. Заехали. Правда, нам повезло, тогда шел дождь, была такая поздняя осень, и мы увидели водопады, которым славится это место. Собственно, национальный парк Йосемити – это огромные гранитные, мраморные такие вот утесы, скалы, сочетаются с альпийскими лугами, водопадами, падающими вот там с 80-100 метров высоты. Вот, и все это находится в месте, которое называется долина Йосемити. Мы отправляемся туда, как и 90% туристов, которые приезжают и в основном проводят большую часть времени именно там. Ну, такое вот живописное место выбрали, и как раз таки это, ну, это фактически маленькая территория, на самом деле парк очень огромный. Вот, но мы остановимся там, мы немножко подготовились к этому делу. Шикарные трейлы, шикарные виды нас ожидают. Не знаю, вроде обещал пройти дождик и будет вода, значит будет водопад. Но даже если, может быть, чего-то не будет хватать. Сейчас октябрь месяц, осень в полноте своей краски должна показать нам. А где еще увидеть осень, как не там, где много листвы и деревьев. Вот Южная Калифорния, где мы живем, она этим бедна. Пестрый такой цвет в основном. А вот Северная Калифорния этим богата. Вот мы и посмотрим. Вот она, та самая долина Йосемити, куда приезжают в основном большая часть туристов. Когда выезжаешь из тоннеля, здесь вот такая вот смотровая площадка. Можно пройтись по ней вдоль, посмотреть и, соответственно, увидеть долину, только вот ее с южной части. А вот та дорога, которая там вот внизу, это второе направление, которое уходит туда на запад. Возможно, мы по нему будем возвращаться обратной дорогой. Но давайте пройдемся, посмотрим, какой вид нам откроется на долину Йосемити. Сезон дождей, когда или когда начинает таять снег весной, долина полна воды, и вот если присмотреться вот туда, вот там вот на том вот уступе, такой вот темно-коричнево-черный след. Это след от водопада. Называется он Horsetail, но, к сожалению, сейчас не то время. Дождей таких, какие должны быть, чтобы образовался водопад, нету. Я вообще боюсь, что мы не увидим водопадов, но тем не менее
В общем, вот один из них. Ну и, собственно, вот вид на долину. Мы должны спуститься вниз и пройти туда, вот туда, двинуться туда на север. Там находится место нашей ночевки, Carey Village. Вот. Ну что ж, вот можно посмотреть, так сказать, схематически, как выглядит та самая Йосемити Вали, или долина Йосемити, в которую мы въезжаем. Вот здесь вот такая бронзовая, не знаю, как бы панорамная такая выбитая плита. И на ней показаны, собственно, схематические маршруты и дороги. Мы вот находимся сейчас здесь, вот эта смотровая площадка и тоннель, откуда мы выехали. Вот он, собственно говоря. Значит, нам надо спуститься вот будет вот сюда. Здесь на этой развилке поехать на другую сторону, и наше место ночевки будет вот здесь вот. Сама долина где-то ориентировочно 1.6 километров. Вот если, допустим, посмотреть отсюда, с этой стороны, здесь можно увидеть вот такие вот как бы блестящие такие выступы. Это обозначает большие вот эти глыбы гранитные. Один из них очень известный, называется Half Dome. Вот он. По нему нужно покупать специальный пермит, чтобы забраться вот по этому вот маршруту. Здесь такая лестница канатная, чтобы забраться вот на эту вот верхушку. Примерно 50 тысяч человек каждый год покупают этот пермит, чтобы туда попасть. Ну что ж, не будем терять времени. Солнце очень быстро идет, садится вниз. Сейчас 4 часа, чуть больше 4 часов вечера. Нам еще нужно проехать туда, посмотреть много чего там, небольшой сделать хайк, если успеем, конечно, до захода солнца. Температура упала очень сильно, мы сейчас на высоте примерно где-то чуть больше 2 километров, 12 ощущается, так, 13 градусов по Цельсию, ну, в общем, прохладненько так. Едем. Thank you.
пока еще солнце не село, сделаем небольшую прогулку, поднимемся насколько сможем. Вот, но у нас вообще завтра запланирован с утра длинный такой хайк с подъемом на северную часть, вот там, где которая возле Half-Dome, вот этот большой гранитный уступ огромный находится. Ну а сегодня так, небольшое ознакомление, мы на этой стороне не были, вот, поэтому прогуляемся. Когда идешь, идешь, даже не замечаешь, насколько не совпадает расстояние на карте и как в реальности. В общем, ребят, смотрите, очень интересное такое явление. Камни, которые мы встречали, когда поднимались, лежащими под деревьями, они были все темные, а здесь все камни светлые. И если заметить, то это место, где протекает ручей или где образуются водопады, ну, в период дождей, либо весной, когда тает снег. И именно он выбеливает вот эти камни, которые на самом деле являются гранитными. Эх, жаль, сейчас не сезон дождей, хотя, может быть, и к лучшему, ходили бы сейчас мокрые. Место, или так называемый чекпоинт, который называется Columbia Rock. Это даже не половина пути к верхним водопадам Yosemite Falls, которым мы могли бы дойти, да, вот солнце садится, поэтому не позволяет нам этого сделать. Но такая промежуточная точка, откуда можно взглянуть на долину Yosemite во всей ее красе. Где-то примерно посередине мы сейчас находимся. Ну и, соответственно, обозреть вот тот гигантский гранитный уступ Half Dome. Тот самый легендарный, на который забираются и покупают даже пермиты люди, чтобы туда на него попасть. Кстати, вот там вот еще одна шикарная точка, называется Glacier Point, с обратной стороны. На нее можно подъехать на машине с той стороны, вот. Но как бы, опять же, нужно тратить время. У нас этого времени не было, мы решили оставить это, может быть, на другой раз.
наконец-то мы добрались до вот этой вот Curry Village, деревушки этой вот так называемой. Здесь есть домики деревянные, здесь есть небольшой такой мотельчик, но у нас вот такие вот палаточные штуки. Но они выглядят как палатки, они тоже похожи, как каркас натянутый. Они есть отапливаемые, есть неотапливаемые. Мы взяли отапливаемые. Сейчас вот ищем, пытаемся разобраться. Наш, ну, они пронумерованы. Пытаемся найти наш номер. Темнело. Здесь нет фонарей, освещающих дорогу, поэтому приходится вот так вот фонариком это все делать. Так, у нас 453. Так, ну вот вроде бы мы нашли наш домик 453. Здесь висит замок, здесь контейнер стоит для хранения еды, потому что здесь предупредили, зверья очень много. Так. Замочек на цепочке. Вот, Сим-Сим, как говорится, откройся. Ну, что тут у нас? Ага. Чудненько. Чудненько. Вот такой вот топчанчик, кроваточка, обогреватель. Не обманули. О, даже сейф есть. Складывать особо ценные вещи. Ой, ну что, ребята, доброе утро. Хорошо поспали. Надо сейчас вещи назад в машину уносить. Вот, кстати, тут хранили нашу еду. Тут такой механизм интересный. Закрытая ручка, там типа кнопки. Нажимаешь и открываешь, чтобы зверушки не могли открыть. И вообще здесь очень строго с едой. Даже мусор нужно прятать. Не оставлять ничего в палатке, либо снаружи, только все внутри закрыто. Ну, а у нас впереди еще два хайка, или один, посмотрим. Необходимо северную часть долины Йосемитской изучить. Ладно, пойдем. Значит, в парке Йосемити очень много озер. Особенно они красивые и зрелищные осенью. Но, в общем-то, сейчас такая осень еще не совсем поздняя. Вот. Но, тем не менее. И в одно из них мы направляемся на наш хайк. Она называется Mirror Lake. Оно находится как раз под вот этим вот, вот огромным этим half-дом, вот этим гранитным выступом. Вот. А потом оттуда мы сделаем еще небольшую такую петлю и пройдем. Это северо-восточная часть долины, самая ее окраина. Сделаем такую петлю и пойдем немножко южнее. Ну, тоже, опять же, это северо-восточная часть, но только чуть-чуть южнее. Там находятся два водопада, Фридл и Невада. Но воды, конечно, немного, но, может быть, что-то, хоть хотя бы какую-то струйку мы еще там обнаружим. В любом случае, пройдемте туда и посмотрим, насколько там сложно вообще ходить. Вот. Ну, а вначале посмотрим на озеро, зеркальное озеро Mirror Lake.
что? Ну, пришли мы, и чё? Где озеро? Нет озера. Вот оно, дно этого Mirror Lake, зеркального озера. А озера-то и нету. Исчезающее на время, на летнее и осеннее время озеро. Да, печально, печально. Благо, что недалеко было идти. Там какой-то знак стоит, сейчас посмотрим. Почитаем, что там. Скорее всего, просто табличка информационная. Так. Ну да. Near Lakes, Resources, бла-бла-бла. Ага. Вот, кстати, его тут еще немножко углубляли. Песок добавляли. Да, ребят, вот посмотрите сюда. Вот это вот этот самый известный монолитный такой огроменный, громаднейший уступ, который называется Half Dome. Ну и вот здесь не видно, вот позади нас там еще Северный дом. Вау, вау, такие громадины.